Итак, друзья, привет! Это продолжение серии «Волшебный трезубец мобов». В прошлой серии, как вы помните, мы украли трезубец мобов у семи королей. Они послали за нами погоню мобов. И дедушка мне сказал, что... Дедушка говорит, что там должно быть, чтобы мы могли защититься от мобов, которые за нами гонятся. Мы должны поставить этот трезубец мобов... В одном месте хрустальную пирамиду. Короче, мы с дедушкой отправились на поиски хрустальной пирамиды, но все было очень же скачно плохо, потому что за нами просто толпа мобов погналась. Короче, сейчас вы увидите продолжение. Поехали! Черт! Меня убивают! Господи, что делать? Я не могу зайти! Я не могу в тоннель зайти! Отлично, я, кажется, вырвался. Да, я вырвался. У-у-у, ребята! Вот она, хрустальная пирамида. Блин, они за нами прибежали, черт. Скорее, ставь трезубец в хрустальную пирамиду, скорее. Скорее, пока нас не убили. И, короче, трезубец начал подчиняться нам и начал убивать мобов. Это было просто круто. Я стал управлять трезубцем, и трезубец очень быстро навалял все мобы. Это был трезубец моб. Офигенно. Очень было классно. Вот так вот мы с дедушкой уничтожили всех мобов, и с тех пор нам стал подчиняться трезубец мобов. Друзья, смотрите наш сериал «Трезубец мобов». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, сынок, какие еще есть пожелания? Не знаю. Ну, короче, там классно все. Пишите, что вы хотите, чтобы произошло в следующих сериях. Это был сериал «Трезубец мобов». Пока. Внучек, беги, сейчас все бомбанет. Боже, дедушка, почему ты меня не предупредил? Господи, я даже не понимаю, куда бежать. Я убегаю. Что такое? Почему тут везде ТНТ? Что за жесть? Что случилось? Ничего, у тебя мало времени. Дедушка, где ты? Я не понимаю. Я уже убежал, быстрей. Почему не взрывается? Фальшстарт? Ты меня обманул, дедуля? Вообще-то нет. Почему нет взрывов? Я успел? Да. Фух, вот это бомбануло, вот это жесть, все разнесло. А трезубец нам до сих пор подчиняется? Да. Отлично. Я его себе взял, чтобы он не потерялся. Ты еще и летать теперь умеешь, дедушка? Да. Вот это круто. Этот трезубец позволяет мне летать, оказывается. Круто. И какие же у нас будут следующие приключения? Мы не знаем, но они будут. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.